Здоров, народ, и сегодня мы с вами обозреваем такой комбо-усилитель, как Fender Champion 100. Что такое 100? 100 это у нас просто его мощность, то есть это 100 ватт. Мы его купили на Jam Session, чтобы играть конкретно концерты, то есть я уже завтра, послезавтра и послезавтра буду его пробовать конкретно в действии. Сниму тоже какое-то видео, сделаю небольшой отчет. Так, итак, что мы здесь видим? Это у нас, во-первых, это Fender, вся вот эта линия новая ихняя. Я поиграл на, даже я бы сказал, на многих уже усилителях поиграл, и на ламповых поиграл, и поиграл на Deluxe, на новом Deluxe Reverb и так далее. Это самая доступная серия у нас получается. Конкретно вот это я заказывал за 268 евро. 268 евро. Весит он ни много ни мало 20 килограмм. Но в принципе, если посмотреть на более крутые комбари, типа того же Deluxe лампового, он тяжелый, он тоже 20 килограмм весит, но он меньше, чем этот. Меньше он примерно в полтора раза, то есть он примерно вот такой. Стильно все они выглядят одинаково сейчас. Вот эта вот вся серия вот этих вот фендеров, которые идет, вот эти последние, они вот примерно все вот так они и выглядят. Так, значит, обращу свое внимание. Звук я пишу просто с обычного звукозаписывающего устройства, на которое я обычно пишу свои вот эти все блоки. То есть не с микрофона я беру, то есть просто конкретно в этой комнате с моего рекорда. Мы с вами его включаем, у нас здесь получается два канала. Чистый канал и канал с эффектами. Также на каждый канал конкретно идут эффекты, там фленджер, вот эти вот штуки все. Здесь вот эта крутилка и вот здесь вот эта крутилка. То есть на каждом канале своя. Сыграем же аккорд. Ничего необычного. Обычный звук электрогитары. Так, вот здесь есть у нас эффекты. Очень хороший есть ревер, вот обратите внимание, если я просто переключаю просто на самый первый ревер, смотрите, какое у нас получается пространство. Так, покрутим еще какой-нибудь. Так, следующий ревер у нас идет. А, это у нас вот такой глухой. Так, хорошо. Следующий эффект. Мне нравятся первые два. То есть вот этот. И за ним. Но это, конечно, ревер подходит больше, если вы один в комнате играете. Конечно, на большом звуке, когда играет весь ансамбль, его просто будет не слышно, будет такое ощущение, как будто никакого эффекта нет вообще. Это хорошо играть на втором, на четвертом положении стратокастера на таком ревере. Что здесь есть еще за эффекты? Здесь у нас есть автовал. Кстати, работает. Только недавно понял, для чего нужен автовал на самом деле. Представляете, когда играешь очень много песен регги все подряд, то обычно там на второй этот удар, да, ты как бы нажимаешь ногой, да, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Когда вот целая, допустим, такая мини-программа из регги песен, знаете, вот эта вот нога просто вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, она вот просто вот так достает. Я вот играл со своим процессором с квакушкой, это невозможно. То есть вот автовал придумали конкретно вот для регги, чтобы вот просто играть, руками не заморачиваться. У тебя целый концерт вот этот был автовал. Так что если комбик используется в принципе по конкретному назначению, там играется где-то на джемах, либо на какой-то репетиционной базе, либо какие-то концерты дает барные, то автовал, конечно, иногда нужно, потому что когда, допустим, идет 4-5 песен подряд регги, вы знаете, хорошо на автовал делать. Ну, только на нормальном автовале. Автовал неплохой. Прям то, что нужно. Так, следующий. Фленджер. Тут, конечно, у нас уровень эффекта. Давайте поставим на... Да? Ну, фленджер так себе. Так, это у нас получается... Кстати, обратил внимание, что вот этот эффект здесь очень неплохой. Вот это называется вибро. То есть это как у Стиви Райвона песня Cold Shot.
побольше эффект. Так, дальше идем. Дальше у нас три эффекта комбинированных идет. То есть дилей, хорус, что-то вместе. Так, дилей. Так, это у нас рок-н-ролльчик. Так, слишком много, да, эффекта у нас? Так, вот самый раз. Так, нормально. Так, еще один дилей. Ну, дилей как дилей. Дальше у нас идет два тремоло. Так, побольше эффект давайте сделаем. Так, и еще за ним один. Ну, такой хороший для небольшого дисторшного, то есть нужен какой-то кранч. Это у нас, значит, клин канал чистый. Так, покрутим он ручки. Требл. Так, если мы сделаем на максимум, что мы получим? Вернем на шестерочку. Так, давайте поставим немножечко ревера, все-таки думаю. Так, ну что, перейдем к следующему каналу. Тут у нас уже начинаются дисторшены. Так, подгруженный канал. Посмотрим, какие здесь есть у нас дисторшены, эффекты. Так, следующий. Какой-то твит. Вот это уже неплохой. Включим немножечко ревера тоже здесь. Итак, у нас получается что-то такое... Типа как тюб скример. Так, следующий у нас эффект идет. Уже такой блюзец, я могу сказать. British sound. Также у нас присутствует тут дисторшн металлический. Так, еще один дисторшн. Ну что, дисторшн не такой, кстати, и плохой, потому что многие говорили, что дисторшн вообще невозможно пользоваться. Да нет, в принципе, есть нормальный дисторшн канал, можно на нем играть. Также есть тут у нас эффект джаз, так что это у нас такое. Вот такой обзор. Не знаю, что про него еще сказать. Посмотрим, какой он в действии. Выдает ему свои 100 ватт. Итак, какое мое завершение этому? Конечно, он самый доступный в своей ценовой категории, потому что, ну, это лучшее предложение на рынке на данный момент, что я смог отыскать, что мы смогли отыскать. Я могу сказать, что вот это как рабочая лошадка. Я надеюсь, он как раз вот именно для этого и нужен. Потому что, допустим, он у нас будет на джем-сессион играть, и... Знаете, что такое джем-сейшн? Это много пьяных людей, там и на моей гитаре все играют, и на этом комбаре будут вот так вот ходить, и ручки двигать, то есть, понимаете, как бы, то есть, конечно, если вы себе покупаете, там, я не знаю, Fender Deluxe Reverb, конечно, это будет крутой звук. Я сам играл буквально на парочке таких, и, конечно, это звук. Но, вы знаете, во-первых, это стоит даже не
в два раза дороже, потому что если вот это стоит 268 евро, то те комбики, которые реально звучат как блюз, которые звучат как все классические альбомы, когда туда вот веник воткни, и будет хороший звук, понимаете? Они стоят далеко-далеко за косарь евро. То есть если это стоит 268 евро, то комбики с таким вот, я бы сказал, с таким альбомным классическим звуком, они уже стоят по 1300, по 1500 евро. То есть это в разы дороже. Этот комбик, я хочу сказать, ничего от него такого я сумасшедшего не жду. Это конкретный доступный комбайн. Он красивый, они все выглядят одинаково. На нем написано Fender, он является Fender'ом. В нем 100 ватт есть. То есть это комбик, я думаю, что хороший комбайн для репетиций, для джем-сейшенов. Да я думаю, даже в принципе для каких-то, не знаю, домашних пати, что ли, тоже хороший вариант. То есть, если вы не собираетесь писать какие-то чумовые альбомы, поразить планету чем-то, то он вам подходит, да, я так сказал. В принципе, еще нормальный, чистый звук. Есть даже несколько сносных эффектов, которыми можно пользоваться. Допустим, в основном, например, вот этот вот эффект вибро. Я вам покажу его сейчас вместе с небольшим гейном. Итак, вот он. Вот это мне очень нравится, как звучит. Можно использовать и на джеме тоже, и вообще пользоваться этим. Хороший вот этот эффект вибро, интересный. И не нужно педаль покупать дополнительно для этого. Они, кстати, не такие уж и дешевые все, чтобы был этот эффект классный. Потому что это не просто эффект, а когда просто громкость это все играется. Нет, там такая хитрая немножко схема у этого эффекта. Так что работает нормально. Так что для тех, кто особо ничего такого сверхъестественного не ожидает, для которых нужен просто нормальный комбайн, который мощный и который выглядит при этом нормально и недорогой, и который, в принципе, может стать рабочей лошадкой, в принципе, я думаю, что это вот такой комбайн и есть. Посмотрим, проверю его на концертах, поделюсь своими впечатлениями. Пока!